Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Амелия Фодева. Я участница ежегодного конкурса «Мини-мисс Новочебоксарск 2021». Мне 7 лет. Обучаюсь в 19-й школе в 1-м Б-классе. Веду активный образ жизни. Умею плавать и нырять под водой. Обожаю спускаться вниз по зиплайну и кататься на коньках. Мой любимый вид спорта – это теннис. Впервые взяла ракетку в руки, когда мне было 5 лет. Так как мой папа – тренер международного класса. На данный момент я уже на 2-м этапе подготовки по теннису. А еще я люблю выразительно читать стихи. На республиканском конкурсе чтецов я завоевала гран-при. Уважаемые зрители, в заключение прослушайте мое стихотворение о себе. Меня зовут Амелия, приветствую вас всех. Надеюсь на теплый прием и успех. Я вам о себе расскажу объективно, умна, весела и во всем позитивно. Люблю наряжаться, много читать, и маме по дому люблю помогать. В школу искусств хожу с 5 лет. Сделать поделку для меня проще нет. Моими рисунками заполнен весь дом. Это хобби мое – работать карандашом. Труд и старание мне по душе. Вялость Елена от меня в стороне. Еще космос люблю изучать. Про Венеру или Марс смогу вам рассказать. Ныряю, как рыбка, на лыжах катаюсь. И теннисисткой стать постараюсь. Я хочу быть всегда по номерам 1-м, чтоб младшему братику во всем стать примером. Я буду упорно и долго трудиться, чтоб мама и папа могли мной гордиться.